Иностранцы с 15 марта по 15 июня текущего года могут работать в Москве без патента на трудовую деятельность. Также отменяется ежемесячная плата за уже выданные патенты из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Московского главного управления МВД России. Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и не имеющие разрешения на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта по 15 июня, могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов, сообщили в пресс-службе. В главке также добавили, что в обозначенный период обращаться для продления сроков действия разрешений на работу и патентов, а также производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента, не требуется. Кроме того, отмечается, что работодатели могут привлекать на работу иностранцев, которые находятся в России по визе и не имеют разрешения на работу, но при наличии у них соответствующего разрешения на привлечение и использование иностранных работников. Обязательным условием использования иностранно-рабочей силы является соблюдение работодателем требований законодательства Российской Федерации, включая установленные ограничения и иные меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подчеркнули в Главном управлении МВД России. Ранее сообщалось, что с 1 марта по 8 апреля 1 200 000 иностранных граждан и лиц без гражданства выехало из Российской Федерации. За этот период более 97 тысяч иностранцев в разных регионах России обратились за продлением срока временного пребывания. На фоне коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Перевозчики могли выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой. Позже в МВД России сообщили, что ведомство продлевает всем иностранцам срок пребывания в стране из-за распространения коронавируса.